В Чечне силовики спецназа устроили перестрелку. Сотрудники ОМОНа и СОБРа, по данным СМИ, сначала устроили поножовщину, а после начали стрелять друг в друга. В Чечне в ночь на вторник, 27 октября, произошла перестрелка между сотрудниками специального отряда быстрого реагирования СОБР и сотрудниками ОМОНа, в результате которой погибли два человека, передает ТАСС. По информации издания «База», Конфликт начался со словесной перепалки в кафе «Смайл» в селе Очхой Мартан. Управляющий заведением вывел на улицу двух пьяных сотрудников ОМОН, братьев Шамиля и Шамхана Марзабековых, и попытался их успокоить. Помочь с гостями он попросил своего знакомого сотрудника Росгвардии, и на место приехали трое бойцов СОБР. Силовики сначала устроили поножовщину, затем стрельбу. В результате трое получили ранения, двое скончались личности пострадавших и погибших не уточняются. Также в сети опубликовано видео с места драки. На кадрах, снятых ночью, видна группа людей, которые активно жестикулируют и о чем-то спорят, другие наблюдают за происходящим. На месте происшествия также заметны вспышки проблесковых маячков автомобилей правоохранительных органов, что известно про чеченский спецназ. Чеченский спецназ готов к международному турниру АЕСВАТ Челлендж 2020. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети сообщил, что сборная команды инструкторов Российского университета спецназа, состоящая из сотрудников подразделений Росгвардии РФ по Чечне, завершила подготовку к престижному международному турниру по тактической стрельбе АЕСВАТ Челлендж 2020, который стартует 9 февраля в Дубае. Очередной этап подготовки, три недели, спецназовцы провели в горах Веденского района Чечни, у жемчужины Северного Кавказа озера Кезиной Ам. На днях наша сборная вылетает в Арабские Эмираты, где состоится финальный этап подготовки и акклиматизация группы. Мы до последнего сохранили интригу участия нашей сборной, представляющей Росгвардию РФ в турнире. После подачи официальной заявки, резко увеличился интерес к чемпионату топовых мировых команд. Возросло количество стран, желающих побороться с нашей сборной. Их уже более 50, подчеркнул глава региона. По словам Рамзана Кадырова, представители ведущих государств интересовались реальным участием в турнире сборной команды спецназа РФ по Чечне, которая выиграла престижный чемпионат мира среди спецподразделений в Иордании. Радует, что наши спецназовцы надолго запомнились представителям силовых структур ведущих стран мира своим триумфальным выступлением в Амане. Ответственный за подготовку нашей сборной команды Росгвардии «Дорогой брат», помощник главы ОР по силовому блоку, первый заместитель начальника Росгвардии РФ по Чечне Даниил Мартынов. Я уверен, что под его чутким руководством сотрудники Росгвардии проявят свои самые лучшие профессиональные качества и займут достойное место по итогам турнира, поделился руководитель республики. В заключении глава Чеченской республики выразил благодарность руководителю фонда развития регионов плюс 7 Тимофею Кургину и российскому оружейному холдингу Беспокган за оказанное содействие в подготовке сборной Росгвардии к международному чемпионату в Дубае. США ввели санкции против чеченского спецназа Терек, а также против двух соратников Рамзана Кадырова. Минфин США ввел санкции по закону Магнитского в отношении приближенных Рамзана Кадырова Руслана Геремеева и Абузайда Висмурадова, а также против чеченского спецназа СОБР Терек. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства. Абузайд Висмурадов сейчас руководит Тереком и заодно возглавляет личную охрану главы Чечни Рамзана Кадырова. Известно, что он с Рамзаном Кадыровым близко знаком с самого детства. Минфин США, ведший санкции, указывает, что Весмурадов мог быть причастен к якобы имевшему место нарушению прав человека на территории Чечни, в том числе к преследованию геев в республике, о котором так что пишут различные западные СМИ. Также американские правоохранители обвиняют в нарушении прав человека Руслана Геремеева, бывшего заместителя другого чеченского батальона спецназа «Север». Американцы утверждают, что российские силовики два раза пытались выдвинуть обвинения против Руслана Геремеева, как возможного организатора убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Ранее правительство США вело санкции против премьер-министра Чеченской республики Муслима Хучиева, замещавшего этой зимой Рамзана Кадырова. Его обвиняют в нарушении прав человека. В заявлении Госдепартамента сообщается, что администрация штатов считает его причастным к пыткам. Что может делать чеченский спецназ в Сирии? В российской прессе и интернете активно циркулируют рассуждения об отправке чеченских военнослужащих в Сирию. 6 декабря сайт «Кавказ». Реалии опубликовал видеозапись, на которой, как говорится в аннотации, группа военных готовится к отправке с российской базы в Ханкале. На сайте говорится, что они будут выполнять обязанности военной полиции. Информацию об отправке чеченцев в Сирию передала во вторник газета «Известия». По данным прокремлевского издания, военнослужащие батальонов специального назначения «Восток» и «Запад» Минобороны России, вошедшие в состав военной полиции, отправятся охранять авиабазу «Хмеймим». Об отправке чеченских военных в Сирию сообщил также телеканал «Дождь». Накануне 7 декабря, близкий к руководству Чеченской Республики, источник телеканала сообщил, что военных, которые в настоящее время проходят службу в Чечне, отправляют в Сирию для участия в антитеррористической операции. Дождь сообщил, что информацию подтвердил источник, близкий к руководству Чеченской Республики, а также член семьи одного из контрактников, который служит в Чечне. Вечером в четверг Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне не существует батальонов Восток и Запад, а российские войска не принимают участие в наземной операции в Сирии. Кадыров при этом сказал, что аэродром Хмеймим охраняют российские солдаты, и чеченцы могут оказаться в их числе. Министерство обороны никогда не делало секрета из того, что в Сирии есть авиабаза, и ее безопасность обеспечивают военнослужащие МОРФ. Периодически происходит их ротация одни команды прибывают, другие убывают. Если же военным дислоцированных в Чечне частей когда-либо поступит приказ нести службу по охране авиабазы в Сирии, то им выпадет самый счастливый жребий, написал Кадыров на своей странице в Инстаграме. Означает ли это, что чеченские военные, о которых сообщала пресса, могут в ближайшем будущем оказаться на базе Хмеймем? Или его слова следует трактовать как опровержение всей информации об их отправке в Сирию? Кадыров не уточнил. Когда в интернете и печатных СМИ появились слухи об отправке чеченских батальонов в Сирию, у многих экспертов сомнения возникли не столько в правдивости информации о подобной командировке, сколько в том, что военнослужащие, обладающие большим боевым опытом, хорошо подготовленные и вооруженные, будут использоваться в качестве комендантского полка. Ранее Рамзан Кадыров в телевизионном материале который был опубликован в ВГТРК в феврале 2016 года, сказал, что чеченцы в Сирии занимаются разведкой, в том числе и под прикрытием. Туда были направлены лучшие бойцы республики. Они собирают информацию о структуре численности террористов, определяют цели для бомбардировок и фиксируют их результат, цитирует его слова ВГТРК «Чеченцы в Сирии». О том, что в Сирии будто бы воюют чеченцы, сообщалось не раз. Год назад, в конце сентября 2015 года, Кадыров публично заявил, что готов направить в Сирию чеченских военных. Обидно то, что это только военно-воздушные силы, что там не используется пехота. И нам, чеченцам, к сожалению, пока нет возможности участвовать в борьбе против этих шайтанов, говорил Кадыров. Кадыров утверждал, что подконтрольные ему силы готовы участвовать и в сухопутных операциях в Сирии если будет принято такое решение, и он готов направить туда тысячи людей. Я не просто говорю, я прошу, чтобы нам разрешили выехать туда и участвовать в этих спецоперациях, говорил тогда глава Чечни. Официально чеченские формирования и отдельные военные в Сирии не воевали, но в декабре 2015 года джихадисты опубликовали видеозапись убийства человека, который назвал себя сотрудником ФСБ родом из Чечни. Кадыров позднее подтвердил, что это был чеченец. Батальоны «Восток» и «Запад», относившиеся к армейской 42-й мотострелковой дивизии, были созданы в 2003 году. Батальон «Запад» был создан из ветеранов отряда антидудаевской оппозиции, организованного в селе Кень-Юрт в начале 1992 года. Он был единственным силовым формированием в Чечне, где не имелось бывших сепаратистов костяк Востока, составляли сторонники бригадного генерала независимой Ичкерии Сулема Ямадаева, который осенью 1999 года перешел со своими людьми на сторону федеральных сил. Борьба между кланами Кадыровых и Ямадаевых шла несколько лет. Соперники обвиняли друг друга в уголовных преступлениях и недостаточной лояльности Москве. По экспертным данным, кадыровцам покровительствовали Кремлевская администрация и ФСБ, Ямадаевцам Министерства обороны. Противостояние завершилось расформированием Востока в ноябре 2008 года и убийством Сулейма Ямадаева и его брата Руслана, застреленных в Москве и Дубае. Преступления остались нераскрытыми. Батальон Запад расформировали одновременно с Востоком. По мнению многих экспертов, их бывшие участники продолжали служить в различных формированиях в Чечне. Восток известен тем, что его военные участвовали в Российско-Грузинской войне 2008 года, а в 2006 году военнослужащие Востока и Запада после конфликта Израиля и шиитской радикальной организации Хизбалла в Ливане занимались охраной объектов, пострадавших в ходе боевых действий во время их восстановления.